Всем привет, дорогие друзья, рад вас приветствовать. Сегодня у нас будет на обзоре BMW X6 M. Это у нас автомобильчик приобретается на сайте Green Garden. У автомобиля есть достаточно большое количество цветов, причем есть несколько вариаций. Я как понял, с хромированной решеткой радиатора и с черной. По-моему, там вот такое вот отличие, ну, судя по скринам, потому что каждый цвет буквально дублируется, там две голубых, две черных они есть, да, там две белых, там и так далее, там подобное. Вот, цвета дублируются, и поэтому я предположил, да, что вот именно решетка радиатора там будет на либо черном цвете, либо хромированном. У меня автомобиль в голубом цвете, с хромированной решеткой радиатора. Так, ну, подкапотка достаточно очень симпатичная, присутствует горловина радиатора, да, если радиатор извлечь, то горловина исчерпается. Закрываем. Салончик, превосходный салончик, очень детализированный салончик, даже я так сказал бы. Багажник пока закрывать не будем, сейчас мы с вами обратимся во внутрянку. Внутри у нас присутствует аккумулятор радиатора, свеча зажигания, две лампочки головного освещения, различные элементы кузова. 4 колеса плюс запасное. Можно установить ящик, матросский сундук, канистру, рюкзак. Рюкзак на сайте Green Garden, на проекте Green Garden до 1000 слотов. Плюс еще слот под оружие, 2 бочки и 1000 слотов еще и багажник. Прям мега вместительный автомобиль. Ребят, грядет, так скажем, обновление. Не знаю, когда вы этот видос смотреть будете. Может быть, кто-то уже будет смотреть после обновления. Я хз. Вот, ну, то есть, грозятся порезать слоты, возможно, вот такого количества слотов в дальнейшем не будет. Ну, в принципе, автомобиль от этого хуже, надеюсь, не станет для всех, ну, или для кого-то. Давайте присядем с вами в машину. Закроем дверь. Так, стрелки у нас рабочие. Машинка у нас бибикает. Не, салон очень четенький, 4 посадочных места вместе с водителем. Вид от третьего лица делаем. Забываем, как всегда, закрыть багажник. Закрываем багажник. Садимся обратно. Заводим. Ну и поехали, прокатимся. Я еще не катался, честно, откровенно говоря, на этом автомобиле. Но даже вот доехав до этого поворота, мы с вами разогнались почти что до 80 км в час. На автомобиле присутствует отсечка красная. Вот, мы ее уже достигли. Скорость 180 практически. 186, то, что вот я увидел. Пятая передача. Ну, автомобиль дальше уже скорость будет набирать неохотно. Это максимальная пятая передача. Тяговитости на пятой передаче уже будет не так много. Хочу сказать, что на траве машину в целом не так уж и сильно несет. Вот я развернулся практически с газом в пол. Так, деревья машина не валит. Ну ладно, поехали на наш тест. Старт с места. Так, значит, у нас газ в пол. Ручник, газ в пол. Отпускаем. Понеслась. Ну, прошлифовывается машинка. Чуть-чуть буквально прошлифовывается. Ну, в целом прикольно. Ну, знаете, вот я все-таки не могу сказать, что вот этот X6, он мега-супер-пупер какой-то прыткий. На самом деле, встречал машинки более прыткие, но, тем не менее, мы с вами прыгнули. Не сильно быстро, честно, думал, будет быстрее. Что-то я как-то от X6 ожидал немного больше. Звук, причем, достаточно очень такой приятный. Отстрелы присутствуют. Классно. В целом, машинка прикольная. Вот, ну, на этом я закругляюсь, ребят. Понравилась машина, пишите в комментариях, безусловно. Очень интересно будет почитать, ваше мнение узнать. А на этом заканчиваю. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь, где можно подписаться, отслеживаем, где можно отследить. Все необходимые ссылки под видео присутствуют. Всем спасибо и всем пока.